В Московском областном центре охраны материнства и детства прошел мастер-класс для детских хирургов. Люберецкие врачи поделились опытом в проведении эндоскопических операций при врожденных пороках развития. За процессом хирургического вмешательства участники конференции следили в онлайн-режиме. Наша съемочная группа побывала по обе стороны трансляции. Московский областной центр охраны материнства и детства – единственное учреждение в Подмосковье, где проводят операции новорожденным. Опытные врачи берутся за самые сложные случаи, спасают недоношенных детей, которые появляются на свет с пороками развития. Сейчас на операционном столе 4-месячный ребенок с атрезией пищевода. Девочка оказалась в руках хирурга уже во второй раз. Первая операция была у нее в первый день жизни. Ребенок бы не смог жить, потому что это порок, который несовместим с жизнью. То есть ребенку, да, пищевод был закрыт, она не могла питаться, там все сделали, все открыли. Она начала сама понемножку кушать, ее перевели вот сюда, в отделение хирургии новорожденных. Нас выписали домой, чтобы мы подросли, набрали вес и вот вернулись для повторной операции. Пока мама в волнительном ожидании, за ходом операции поэтапно следят специалисты со всего Подмосковья. Такая живая видеоконференция прошла по инициативе люберецких врачей. Передовикам детской хирургии есть чем поделиться. Будет еще две очень уникальные операции, причем одна из них – это так называемая диафрагмальная грыжа. Это патология, которая встречается не так часто, но при этой патологии смертность у детей, если в первые часы жизни, первые дни жизни не оказать помощь ребенку, она достаточно высокая. Все эти оперативные вмешательства проводятся без разреза, а методом эндоскопии. Кроме российских врачей, за работой хирургов по телеконференции наблюдали эксперты из Индии и Франции. У всех участников мастер-класса была возможность задать вопрос в операционный зал. Сегодняшняя тема – хирургия новорожденных, хирургия врожденных пороков. Это своеобразная лакмусовая бумажка уровня коллектива. И коллектив этого учреждения, по сути, центр охраны материнства и детства, он, в общем-то, демонстрирует нам самую хорошую и высокую практику. За 10 месяцев этого года через отделение хирургии новорожденных прошло около 600 младенцев. Специалисты центра успешно провели более 150 операций. Учреждение оказывает помощь не только жителям Московской области. За сложными операциями сюда приезжают пациенты из различных регионов и даже из-за рубежа. Лиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.